Всем здравствуйте! Известная певица Алла Пугачева является звездой и целым поколением, заявил сегодня клоун и дрессировщик Юрий Куклачев, комментируя критику в адрес Примадонны. По его словам, на артистку все налетают и грызут ее, что вызывает огромное сожаление. «Для меня Алла Борисовна – настоящая звезда. Она действительно целое поколение. Так что, как я вам скажу, я не хочу никогда обидеть художника. Это его мнение, его выбор. На него все налетают, все грызут, кусают. Мне просто жалко художника», – отметил Куклачев. Он заверил, что всегда болезненно относится к подобным ситуациям. В связи с этим артист придерживается нейтралитета, никого не осуждает и не обсуждает, так как это не в его правилах. Куклачев также рассказал, как Пугачева спела для него песню, написанную Игорем Николаевым после спектакля «Цирк в моем багаже». Спустя 20 лет эта композиция оказалась шлягером, заключил он. Вот только общественные деятели вновь и вновь предпринимают попытки внести Аллу Пугачеву в списки иностранных агентов. На днях вновь появилось заявление в Генпрокуратуру, которое, в свою очередь, направляет данные в Минюст. А там принимают окончательные решения. Длится это 2 недели, то есть знаменитость может получить статус как раз в свой юбилей. Будем надеяться, что в самое ближайшее время Алла Борисовна пересмотрит свое мировоззрение в целом и сделает определенные выводы. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!